Глеб Иванович Успенский – типичный русский интеллигент, писатель, чье творчество в полной мере отражало идеологию народничества. Попытка воссоединения русской интеллигенции с простым народом, с крестьянством, была предметом глубоких забот и мыслей многих писателей-разночинцев XIX века. Переживания, связанные с этим, сострадание к русскому человеку приводило подчас к весьма болезненным рефлексиям. У Глеба Успенского это в конце концов сказалось на душевном здоровье. И вот что писала одна из его современниц. В последних письмах из Колмова, лечебница, где провел он последние годы, появляется нечто как будто новое – восторженность религиозного чувства. Психиатры определили психоз. В самом деле, что это такое? Безумие или осиявшая истина? Глубокая любовь к Богу и ко всей твари. Вот новый вид этого ненормального состояния. Но действительно ли было тут новое? Здоровый, он никогда не говорил ни о Боге, ни о религии. Но, может быть, во всей русской литературе не найдется писателя более религиозного, чем он. Бог как будто всегда стоит перед ним, когда он пишет. А вот строчки уже самого писателя. «Наши интеллигентные прародители были так умны, знали, должно быть, так хорошо народную массу, что для общего блага ввели в нее христианство». То есть взяли последнее слово, и притом самое лучшее, до чего дожило человечество веками страданий. Глеб Иванович умрет от паралича сердца 6 апреля 1902 года.